Стеша уже не та милая папина дочка, Стефания Маликова. Стефании Маликовой повезло родиться в успешной и обеспеченной семье. В 15 лет она уже получила награду «Золотой граммофон». Многие музыкальные критики пророчили дочери Дмитрия Маликова большое будущее на нашей эстраде, но судьба распорядилась иначе. Именно эта премия сыграла большую роль в судьбе Стеши Маликовой. Творческая деятельность Стефании подверглась большой критике со стороны слушателей. Многие сетовали на то, что приз дали незаслуженно. Общественное осуждение сильно повлияло на дочь Маликова. Сейчас Стефании 24 года. Несколько лет назад она решила заняться предпринимательской деятельностью. Девушка выпустила линию одежды под своим брендом. Россияне не спешили покупать летние платья по 20 тысяч. Проект дочери Дмитрия Маликова оказался убыточным. Летом 2023 года Маликова стала ответчицей в суде. Стефания не рассчиталась с контрагентом. В погоне за красотой девушка прибегает к помощи специалистов. На последних фотографиях подписчики заподозрили, что с лицом девушки произошли какие-то метаморфозы. Стеша уже не та милая папина дочка.